До сих пор не верю, что я гуляю и самостоятельно, потому что еще действительно до августа месяца меня нужно было провожать даже дома, от стола до дивана. Левый глаз у Тамары Мишиной перестал видеть, когда ей было 5 лет, осложнений после перенесенного гепатита. Потом она обращалась ко множеству врачей, но никто оперировать не брался. Так, наверное, осталось бы, если бы у пенсионерки не отказал и правый глаз. И вот это время с января текущего года получается, до августа месяца я ничего не видела. Ну и не могла самостоятельно, в общем, обходиться самостоятельно не могла. Начались походы по больницам. Достать талон к офтальмологу было не так просто, но в конце концов Тамара Мишина получила направление на операцию. И сразу поняла, она в руках профессионалов. Ее врачом стал Дмитрий Малинин. Он посмотрел, так как я попала с левым глазом на операцию, он посмотрел и говорит: так, а операцию будем делать на правый глаз, а не на левый. Ничего не спрашивая, я даже ему ничего не успела сказать. Операция прошла успешно. Сейчас Тамара Мишина может не только гулять, но и разгадывать свои любимые сканворды. Завтра ее будут готовить к операции на правый глаз. Она снова пойдет к любимому доктору. На свете бывают чудеса. Я ему вообще очень благодарна. Такой умница. Евгения Корбакова, Фахри Исламов, Новости НТР.